Ну и, соответственно, вот просто как показать иллюстрацию, то есть как эти данные по надежности, по отказам и по рискам преобразуются в некий инструмент выбора стратегий, то есть обслуживание ремонта этого узла в составе этого оборудования. Соответственно, есть некая методология выбора стратегии предупреждения этого дефекта либо устранения. Как вы знаете, есть три там основные стратегии. ППР по состоянию на отказ. И то есть анализ рисков позволяет сделать заключение, какая стратегия наиболее оптимальна. Все это не работает, это как бы предвосхищает там дальнейшие вопросы. Это не работает без статистики, которую я показал выше, да, привязки к условиям эксплуатации и конструкции вашего оборудования.